Последние звонки отгремели во всех образовательных учреждениях. Среди них и довузовский комплекс при ТВГУ. Более 30 учеников начальной школы, с которыми за 4 года педагоги добились блестящих результатов, переходят в среднее звено. Этот год юбилейный для начальной школы лицея. Сразу 2 четвертых класса успешно завершают обучение в начальном звене. Всего 31 человек. У абсолютного большинства прекрасные оценки. В 4А у нас из 16 человек 9 отличников, а в 4Б из 15 лицеистов 3 отличника, но зато хорошистов много. 17 хорошистов, то есть из 2 классов, если мы к этим прибавляем еще 17, практически это почти полный состав нашего выпуска. Ева Рубежна признается, что очень жалко расставаться с педагогами и воспитателями начальной школы, где ей так нравились уроки, праздники и экскурсии. Среди предметов, в которых она добилась особых успехов, Ева выделяет рисование. Я научилась рисовать человека, лицо человека, портреты, пейзажи. А что больше всего тебе нравится рисовать? Мне нравится рисовать скорее натюрморты. А Олега Волошкина особенно впечатлили успехи дочери в изучении английского языка, на что он изначально особо и не надеялся. Было изначально видно, как сложно и тяжело давались эти знания, и по прошествии года я вижу результаты, как ребенок самостоятельно может переводить достаточно сложные предложения и для своего уровня относительно свободно изъясняться. А еще Олега Волошкина радует то, как его дочь изменилась в целом, научилась ставить перед собой задачи и решать их. Собственно, это же можно сказать и про всех выпускников. Ведь помимо учебы, они постоянно и с большим успехом занимались исследовательско-проектной деятельностью, за что постоянно получали дипломы. Все это, несомненно, им поможет в дальнейшей учебе вне стен ставшего таким родным за эти 4 года лицея Тверского госуниверситета.